пробки столичного масштаба образуются на дорогах Ульяновска. Год от года нагрузка на городскую дорожную сеть растет. Количество машин увеличивается, но ездят они по старым путям сообщения, которые не были рассчитаны под интенсивный поток. Алексей Русских поручил муниципалам улучшить инфраструктуру. Вначале вот это вот расселение, там сейчас, если идет щепениоз или песок, там они едут 15 метров в час, там меня понят. Вот это первым образом делаем, это две полосы, вот в другую, до Риманова. А потом туда уже к этому возвращаемся. План на ближайшие несколько лет уже составляется. Во время объезда глава региона обсудил с Дмитрием Вавилиным подробности. Уже известно, что на перекрестке Московского шоссе и Олимпийского проспекта построят третью полосу. Кроме того, мы обсуждаем, планируем деятельность по строительству и многоуровневых развязок. Это в первую очередь, конечно же, проспект Гая, там, где у нас идет пересечение в районе поселка Белый Ключ с железной дорогой. Это двухуровневая развязка на пересечении Академика Павлова и Димитровградское шоссе. Вот сегодня наша цель – сформировать план действий правительства региона, администрации города на ближайшие 3 года, чтобы через 3 года мы все эти мероприятия реализовали. Некоторые участки будут отремонтированы раньше. На следующий год запланирована реконструкция транспортной развязки на улицах Минаева и Хлебозаводской. Для этого уже сейчас мы ведем закупочную процедуру по определению подрядчика. В следующем году будут выполняться мероприятия по расширению Московского шоссе, Индинской. Это так называемые малозатратные мероприятия, которые позволят достичь нам определенный эффект. В следующем году будет разработана проектно-сметная документация по реконструкции 4 транспортных развязок. Виктория Чиркова, Улправда ТВ.